Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. 4 и 5 ноября в современной медицинской клинике врач функциональной диагностики из Нижнего Новгорода проводит УЗИ сердца, УЗИ сосудов конечностей, мягких тканей, малого таза. Подробная информация и запись по телефону 30350. Количество мест ограничено. По сообщениям синоптиков, завтра, 29 октября, в Печоре ожидается облачная погода, небольшой снег с дождем. Ветер западный, юго-западный порывистый, до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет 0 плюс 2, а завтра днем плюс 3 плюс 5. Мосты между нами, мосты. Но где ты взял? Песни со смыслом. От любимых исполнителей. От Печорин на вокзале. Духовой шансон. Душевное радио. Заблудали. Просто хорошие песни. Love Radio. Лучшее из мира твоей любимой музыки.